Уважаемый Алексей Олегович, ну, в последние годы область прекрасно видит, что вы с Юрием Петровичем оказываете самое пристальное внимание нашему субъекту и оказываете действенную помощь. Вместе с тем, на одной проблеме, я, кстати, подал через профильный комитет вам 10 вопросов, на одном вопросе по просьбе правительства области я бы хотел акцентировать ваше внимание непосредственным образом. Вот по действующим сейчас правилам субъекты Российской Федерации могут участвовать в реализации национальных проектов, но для их участия необходимо иметь проект и заключение экспертизы. За прошедший год область участвовала в реализации 10 из 15 федеральных проектов, это 500 миллионов рублей. Для дотационного субъекта 500 миллионов для нас это неподъемная сумма. У меня такой вопрос. Есть ли возможность сформировать механизм финансовой поддержки субъектов Дальневосточного федерального округа с низкой бюджетной обеспеченностью на выполнение проектно-сметных работ для строительства и содержания объектов социальной инфраструктуры? Спасибо. Если можно, коротко отвечу на этот вопрос. Такая возможность есть. Это единая субсидия, иной межбюджетный трансферт. И мы с Еврейской автономной областью очень плотно работаем, вы знаете, с Ростиславом Эрнстовичем буквально пообъектно, приоритизируя, какие объекты можно проектировать и создавать с использованием средств единой субсидии.